вами снова я, Михаил Шилов, автор проектов www.budushin.ru, www.budoblog.ru и www.makivara.ru. Совсем недавно мне стали приходить на почтовый ящик письма с такими вопросами по поводу Макивары. Спрашиваю буквально следующее, причем вопросов несколько сразу было, то есть одинаковых, не знаю, с чем это связано, вот, но, видимо, есть для этого какой-то повод. А спрашивают вот что, что появились макивары, у которых отбойник и боек не параллельны друг другу, а имеют V-образное расположение друг относительно друга. Есть ли в этом какие-то преимущества или недостатки? Вот что я хочу сказать по этому поводу. На самом деле есть только одни недостатки в этом. Я поясню почему. На самом деле идея эта не нова. Она и раньше периодически появлялась. И можно видеть ее и на старых фотографиях, даже на фотографиях окинавских и на японских. Были макивары, где боек слегка наклонен. Даже если отбойника нету, то боек слегка наклонялся вперед. Эти макивары не прижились нигде, и они нигде не используются вообще. Но, собственно говоря, почему-то, наверное, скорее всего, дилетанты, которые не в курсе развития как истории макивары вообще, пытаются что-то приспособить, что-то поумничать, да, немножко, и сделать вот такую вещь. А почему такая вещь нерациональна? Я поясню. Дело в том, что важно очень то, в каком положении кулак приходит на мишень. Я знаю, чем вызвано желание расположить боек под углом. Дело в том, что при пробивании бойка на глубину, он отклоняется, появляется глава неформатски бойка самого. И вот те, кто придумывают такие бойки под углом находящиеся, говорят, что в конечном положении, значит, кулак имеет ровное положение в запястье, и поэтому это правильно. Но на самом деле это совершенно неправильно, по одной простой причине. Дело в том, что менее важно конечное положение кулака в запястье, оно все равно прямое будет, что, собственно говоря, можно видеть на всех видеороликах на Ютубе и на моих роликах, и на Ютубе, и на Рутубе, где в конечной фазе при ударе в макивару камертон, даже хоть отклонение происходит угловое, кулак все равно находится в абсолютно ровном положении и никуда не загибается. Гораздо более важно, в каком положении на мишень приходит кулак. Вот это гораздо более важно. Дело в чем? Что когда кулак пришел ровно на мишень, а это только делается тогда, когда боек четко перпендикулярен кулаку, и когда, если макивара вертикальная, то он четко перпендикулярен земляку или параллелен отбойнику. Что получается тогда? Кулак приходит ровно, а потом, когда происходит отклонение, оно же происходит не молниеносно, все равно какое-то время на это затрачивается, мышцы успевают вовремя включиться, скоординироваться для стабилизации самозапястья. И получается все нормально. То есть кулак укрепляется и закрепляется в запястье. Если же боек находится под углом, то все происходит в точности, да, наоборот. Вернее, вообще ничего не получается. Дело в том, что кулак приходит на мишень уже под углом ударной поверхности, что вырабатывает, во-первых, неправильное понимание приложения кулака к мишени, во-вторых, кулак стоит на мишени не так, как нужно, он стоит к ней сразу под углом, что дает нагрузку на запястье в самой начальной фазе. В самой начальной фазе. Когда кулак еще не скоординирован, он может даже прийти на мишень абсолютно расслабленный. И это, конечно, вызывает неправильный динамический стереотип. Кулак может... А для новичков так это вообще просто смерть.
они кулаки повывихивают на этой макеваре сразу. Единственная панацея — это на нее презерватив с набитой манной кашей повесить, чтобы в начальной фазе проминался он сильно очень, а потом уже макевара начинала пружинить. Но тогда это уже, конечно, не макевара, а непонятно вообще, что это такое макевара. Она должна быть жесткая. Да, на ней могут быть солома, на ней могут быть веревка намотана. На макеварах, то есть МБШ и камертон, там установлены микропоры, ну, резина микропористая, это да. Но тонкая, которая пробивается тут же, и которая чуть-чуть амортизирует. И поэтому все работает так, как надо. Здесь же происходит просто беда. Поэтому я такие макевары, значит, категорически не рекомендую. В свое время я пробовал делать подобную конструкцию, когда в самом начале своего пути, видно, конструирование макевар, тоже пытался найти, значит, оптимальный вариант какой-то. И у меня такая мысль была одна из самых первых. Наверное, все дилетанты, которые пытаются создавать макевары, к этой вот идее, ну, приходят. На самом деле, я как сказал уже, она не новая, но все возвращаются именно к ней. На самом деле, надо просто посмотреть, что существует. Вот. И уже из того, что есть на базе опыта, значит, прошлых поколений, на базе конструкции тех макевар, которые существуют, надо создавать что-то новое, чтобы это улучшить и модифицировать в сторону более безопасного снаряда и того, на котором можно достигать наиболее быстрых результатов. Вот мой опыт 15-летний ежедневной работы на макевары и опыт конструирования макевар говорит о том, что лучший вариант — это когда боек четко параллелен отбойнику. Или если макевара вертикальная, как я сказал уже, то боек четко перпендикулярен земле. Вот и все, собственно говоря. Поэтому, ребят, никаких В, значит, образных макевар. Макевара должна быть вот такая параллельная. И тогда все будет хорошо. Удачи, занимайтесь. А конструкторам, ну, дилетантам, я могу посоветовать, что? Так изучить опыт сам где чужой, а потом уже пытаться делать что-то собственное. А самое главное, нужно иметь, значит, опыт богатой работы на макеваре. Не выдуманный богатый опыт, а настоящий. То есть не бла-бла-бла по поводу того, что я на макеваре работаю давно, умею там, ля-ля-фа-фа, а у самого руки пианиста. Это все фигня. Это можно таких людей вообще не слушать. Они в этом абсолютно не разбираются. У людей, которые на макеваре работают, видно всегда по рукам, что руки действительно закалены. Только так. Другой вопрос, что если вот эта подушка, которая может быть создана в V-образной формы такой, это действительно может быть просто подушка на стене. Ну тогда не нужно говорить, что это макевара. Это аналог настенной подушки, такой портативный, довольно легкий, который можно с собой перевозить и где-то крепить. Вот тогда это да. Ну тогда и, соответственно, вся техника работы на ней должна базироваться так, как на боксерской подушке, а не так, как на макеваре. Макевар — это все-таки другая вещь. Она ставит мощную пробивную технику и закаляет, и укрепляет под руки. Боксерская подушка делает иные функции, да, выполняет. Да, постановка там удара происходит, это безусловно, но об закалке и на укреплении рук там речи вообще никакой не идет абсолютно. Особенно если ведется работа в бинтах или еще в чем-то. Поэтому, ребят, четко дифференцируйте то, что вы работаете. Либо вы работаете на макеваре, либо вы работаете на подушке. Все вводные я вам дал. Дальше соображайте сами. Удачи!